хорошо известно, когда так называемое российское правосудие не желает огласки своих дел, оно закрывает их дела. Мы сейчас пришли сюда, чтобы сказать, что, Игорь Иванович, мы с вами, Общероссийское офицерское собрание, пришло поддержать кандидата президента Российской Федерации Игоря Ивановича Стрелкова. К сожалению, общественно-политическая жизнь России при Путине проходит здесь, в судах, а не там, где должна проходить она. Они в области идей, в области информации не могут, им нечего предложить нам. Поэтому они предлагают нам тюрьмы, лагеря, ссылки. И решение сейчас, связанное с Игорем Ивановичем Стрелковым, это практически решение лишить его возможности стать президентом Российской Федерации. Среди коренных народов России есть люди, достойные стать президентом. Насмело вот этому существу, который сейчас находится в Кремле.